Здравствуйте всем, дорогие друзья! С вами Акам Арачева. Всех рад приветствовать в очередном видео по русской рыбалке 4.0. И сегодня мы с вами купим спиннинг. Я все-таки решил купить спиннинг, потому что спиннинг — это очень крутая вещь. На самом деле им тяжеловато ловить, но ловить рыбку можно и нужно. Очень много опыта падает. Ловить будем различную рыбу, много всякой рыбы. Ну и плюс, я думаю, пора купить спиннинг. Деньги позволяют, одну донку покупать не хочется, а все-таки взять что-то более-менее нормальное, то есть спиннинг. Возможно, я сейчас соберу полный бред, ребята. Это не практика сбора снасти, это просто показка своего опыта и то, что я вот хочу собрать на данный момент. Вот хотя бы исходя из логики вещей. Хочу я взять себе спиннинг. Сейчас я вам покажу. Так, вот этот я, по-моему, тогда... Нет, не этот я высматривал. Хочу я взять на, по-моему, 14 или 15 килограмм спиннинг. Вот, да, вот этот вот. Экспресс фишинг. Вот этот вот спиннинг мы с вами возьмем на 15 килограмм. Написано, мощность экстра тяжелый. Ну, не знаю. Масса 334 грамма. Короче, покупаем его. Ох, как деньги улетают просто. А это только спиннинг купили. Спиннинг катушки. Катушка. Без инерционка. Катушку хочу взять вот эту, по-моему, я смотрел. Это самый оптимальный вариант. За 7,7 килограмм. И тоже экспресс фишинг. Возможно, это, то есть, все как бы неправильно. Да, это все вот прям... Все плохо. Но пока вот бюджет позволяет, и уровень позволяет такую. Я хотел взять побольше. Ну, то есть получше. Хотел взять вот эту катуху. Вот прям вот эту. На 9,5. Потому что я знаю, что вот этот резус-фактор, сила флюр тормоза, его надо делить напополам. То есть если 9, то это где-то будет 4,5 килограмма. Вы сможете спокойно вытаскивать рыбу. Но здесь, то есть у нас будет меньше. Здесь 7,5. Ну, здесь мы будем вытаскивать где-то 3,2, вот так. То есть спокойно, вообще без проблем. Ну, и на 4, думаю, 5 килограмм тоже сможем, но уже напряжно будет. Берем эту катуху. Бабки, как всегда, улетают. Давайте теперь возьмем нейлоновую леску. Вот здесь я не знаю, я думал, думаю над многими марками, над вот этой вот маркой. Честно, я не знаю, чем они отличаются. Вот правда, может быть, чисто фирмой. Но ценой они тоже отличаются. Диаметр вот 0,44, да, вот тут написано. Тут, ну, ой, 0,14, там 0,14. Прочность 1,7. Ну, естественно, тут она подбирается. Мы, если взяли катуху, там леску, все такое. Конечно, катушка у нас слабенькая. Нам бы катушку посильнее надо взять, но это уже потом. Леску, я считаю, надо взять где-то тоже туда, в ту степь, 7,5 килограмм, где-то так. Ну, вот это вот тоже, видите, вот цены, вообще просто аховские цены на вот эти вот, лески всякие. Давайте, наверное, остановимся на Сайбере 10,5. 7,5 нет. 10,5 возьмем Сайберию. Я думаю, нормально. Конечно, катуха будет немножечко быстрее улетать, но в принципе, думаю, будет терпимо. Теперь нам нужно взять поводки. Поводки, вот, либо нейлоновые, да, вот поводочки есть. Есть поводки также стальные. Я думаю, если ловить щуку, всякая такая, такую дребедень, стальных поводков должно хватить за глаза. Это вот прочность 6 килограмм. Вот, вот такого вот накупаем, потому что блесенки могут оторваться, что-то может оторваться. Окуня там таскать, 22 нам ни к чему, в принципе, стальной. И если вы уже ловите хариусов или что-то, такую рыбку, то тут уже да. Уже надо вот что-то исходить вот из этого. Вот хотя бы такое вот взять. Там такой. Флюрокарбоновый поводок. Это
нейлоновый тоже, это прикольно. Ну, флюорокарбон, естественно, тут уже подороже. Тут уже тоже смотрите по своим деньгам, по возможностям. Я, в принципе, возьму всего вот по чуть-чуть. И в итоге мы уложились с вами, ну, а сколько? Ну, где-то, грубо говоря, в 1000, да? Может быть, чуть-чуть больше. Доволен покупкой. Сейчас быстренько собираем снасть и попробуем на остроге потаскать окунька и щучку. Новый спиннинг, ребята, перед вами. Вы только взгляните на этого красавца, на этого просто монстра. Первый заброс. Щу. Что-то как-то не фонтан. Я думал, будет побыстрее. Точнее, подальше. Не побыстрее, подальше. Попробуем половить. Прям с мостика спустился со строга сюда. Попробуем половить щучку. Не знаю, получится не щучку, а окунька, что-нибудь такое. Хотя клевало очень хорошо с той стороны. Давайте пойдем сюда. Так, 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 вот. Вот здесь вот, в принципе, хорошо всегда клевало. Можно покидать. Я это место показывал уже тоже. Блесенка у меня стоит вообще легкая. Любимая блесенка всех, кто любит на реке Белой, Фьюри Т-10, ну то есть большинство людей. О, первая рыбка, ребят, первый окунь. 300 грамм, да, вообще, красиво, красиво. 300-граммовый окунь на первом же забросе, ребят. Новый спиннинг обкатан, первая рыба поймана. И это знаменует нам великолепную, мне кажется, игру, великолепное открытие, вообще класс. Еще второй окушок. Фьюри Т-10 блесенка не подводит. И заодно мы с вами протестируем, ребята, сколько можно заработать на окуне, вот, ловив его на вот этом вот месте, вот сразу с мостка, сразу спиннингом. Ну, грубо говоря, можно посчитать, что это такой бюджетный, самый начальный стартовый спиннинг. Он подойдет для реки Белой, к примеру, ловить тех же хариусов. И подойдет ловить окунька. Вот щуку не знаю, с щукой, возможно, будут какие-то проблемы. А окунька, вот смотрите, да. 750 грамм спокойно, без напряга. Если бы на том спиннинге на карбоне, или как он там назывался, на начальном, были бы какие-то уже проблемы, да, то с этим вообще никаких проблем. И гляньте, поклевки идут как из пулемета. Прям мне нравится, я очень доволен. Я отловлю здесь час и, естественно, проверим, сколько по стоимости у нас получается. Дорогие друзья, закончилось у нас время лова нашего. Час времени пролетел незаметно. 42 рыбы в садке плюхается. Плещется, плюхается, плавает. Бежим сдавать свой улов. Естественно, у нас одни окушки в садке. Как можете наблюдать, один окунь. И заодно сейчас мы проверим, сколько можно за час на остроге заработать на окунях. И прибыльно это, не прибыльно. Сейчас в кафеху зайдем, посмотрим. Окунь, да, 8 штук. У нас 10. Давайте, как всегда, самых-самых крупных мы отберем. А самых мелких... Вот это, кстати, вот с утреца как раз поймал. А самых мелких оставим. Вот так. 40 монет. Неплохой результат дает нам кафе. 40 монет. Старт. Отлично. Даже не рассчитывал на кафе, если честно. И плюс 16 монет здесь. Ну, за час 56 монет, это очень мало. Поэтому вы понимаете, да, что место это не прибыльное и, естественно, не очень. Но со спиннингом открываются новые возможности, новые места лова. Тем более со спиннингом, который может вытащить рыбку где-то до 7 килограмм. Уже можно потягаться и со щучкой, и с теми же хариусами. Много уже какой рыбки есть. Обязательно поедем на другие водоемы, на белую обязательно. И попробуем половить различную рыбу. Так, сейчас зайдем в навыки. Вот, наконец-таки, начал у нас прокачиваться спиннинг. Начало открываться использованные безнарационные контушки. Ловля спиннинговая, ловля вращалка. Как прокачивать спиннинг, я пока совершенно не знаю.
и в какую сторону я буду уходить, но пока что буду просто ловить на него и ловить, ну, думаю, процентиков до 30, я думаю, я наловлю спиннингом, потому что еще ни одно видео будет по спиннингу. А так, всем огромное вам спасибо, подписывайтесь на канал, ставьте большие пальцы вверх, с вами был Акамарачи, до скорых встреч!